Я видеозарисовка называется «Живу в Словении, район Шишка». Вот смотрите, вот этот дом, он меня очень привлекает. Вот вы видите маленькие деревца, которые насажены. Вы думаете, да, вот. Но их тут никто не насадил, это купили люди и посадили. Минимум это одно деревцо стоит 10 евро. Это я так, к слову. То есть... Вот их тут штук 20, а то и больше. Ну, будем считать, что их 20. Вот, смотрите, считайте сами, сколько потрачено на эти деревца. Тут проистекает какой-то такой канальчик интересный. Не знаю, что это. Тут живут, растут ивушки всевозможные. То есть, конечно, природа здесь очень красивая. И я сейчас иду, прогуливаюсь по этому месту. И кто-то топит дровами. И этот, конечно, запах стоит вообще умопомрачительный. Здесь я рвала кизил. Там чуть подальше дерево кизила, оно уже без листьев. А все остальные деревья еще с листочками. Хотя сегодня уже какое? 12 ноября. А вот вы слышите этих монстров? Это же не птица, это какие-то монстры просто кричащие. На них тут говорят кос. Н-кос. Это один кос, Н-1. А почему кос? Ну, такое, наверное, название птиц. Они такие достаточно большие. Черные вон бегают по земле. Вороны здесь, грачи тоже есть. Ну, а кто эти птицы, я не знаю. Но они такие, вон какие-то ягоды хватают, едят. Ну, в общем, а вон мой кос ходит там, выискивает что-то. Ну, я же говорю, у него... Прогулка начинается и заканчивается каким-то вынюхиванием и описыванием всего. Ну, конечно, здесь повышенная влажность, очень много грибов. И те, кто знает грибы, грибники, ну, не то что озолотились, они вообще здесь какие-то люди непредприимчивые, непредприниматели. Никто тут ничем не озолотился. Мы, возможно, просто пошли себе грибов насобирали, это максимум. Ну, вот, конечно, вот такая красота. Идем с Ринькой уже в сторону дома направляемся. То есть это район такой получается как бы богатых людей. Здесь каждый дом принадлежит одному хозяину, максимум двум. Вот. А на той стороне, где мы живем, то есть абсолютно рядом через дорогу, уже живут такие бомжики. Ой, кстати, увидела машинку Honda. Она, возможно, сейчас уже не так круто смотрится, как раньше. Honda HR-V. И я раньше хотела очень такую машину. А сейчас на нее посмотрела и поняла, что я уже ее не так хочу. Ну, потому что все приходит в негодность. Ну, вот такое вот душевное видео выходного дня. Надеюсь, вам понравилось. То есть, вот кто любит вот такую архитектуру, вот такую природу и вот такую вот жизнь и времяпровождение, то, ну, это ваше место. Вам сюда. Ну, если еще кто-то будет кормить, то вот, пожалуйста, можно сидеть днями стихи сочинять. Все, всем пока.